Всем привет! Бесплатный костюм этого месяца в Red Dead Online. Данный ансамбль был опубликован пользователем Steve the Greek Stuff на Reddit в разделе Red Dead Fashion и принадлежит его персонажу по имени Харрисон Орсон Баррелл. Этот бандит-шотландец совершил бесчисленные преступления по всему фронтиру от Сен-Дени до Блэквотера. Чтобы собрать бесплатный костюм шотландец, загляните в магазины к портным, участвующим в данной акции, или же закажите следующие предметы одежды в каталоге. Полный список одежды и аксессуаров будет в описании под роликом. Thank you.